Доброго времени суток всем. У меня утро, суббота, 24 августа. Иду в лес. Будем смотреть, что в конце августа нам покажет природа в плане грибов. На прошлой неделе косили опят. Посмотрим, что сейчас. Опята мне уже не нужны. Даже если попадутся, брать не буду. Но я думаю, что сейчас уже, наверное, переростки все. Посмотрим, какие грибочки будут попадаться. И будут ли они нам попадаться. Пойдем, будем смотреть. Сразу к слову об опятах. Вот, только зашел. 10 метров в лесу. Смотрите, вот они стоят, осенние опятки. Красавчики. Но мне они не нужны, тем более с краю. Пусть останутся людям. Кто-нибудь сегодня придет и соберет их на выходных. Дедушки, бабушки. Сегодня не сама цель прям нарвать грибов. Просто ради спортивного интереса пойти посмотреть, что в лесу. Тем более утро раннее. Дети отдыхают. Шарахаться в квартире будить не хочется. Лес расположен рядом, поэтому с огромным удовольствием иду в лес, гуляю, смотрю, что есть. Посмотрим, какие грибы можно найти и можно ли их найти. Вот лисички. Лисички. Сейчас я вам их покажу. Смотрите. Вот лисички. Вот здесь спрятались лисички. Там в сторонке. Вот лисичка. Вот лисичка. Так что вот пока с вами общался, наткнулся на маленькую семью лисичек. Кто зачем, а мы в конце августа за лисичками. Вот такие лисички Подмосковья. Лисички-то живут у нас семьями, стайками. Поэтому вот еще какой красивый грибочек. Вот стоят. Вот он, лисичка. Еще. Еще сестричка. Сюда же к нам ведерко. Здесь лисички. Здесь в коряжнике прячутся лисички. Вот он, раз, два, два. Ну а что, вот уже на супчик грибной с лисичками. Или пожарить картошечку. С лисятами уже немножко нарезал, буквально за несколько минут нахождения в лесу. Природа награждает нас, того, кто ищет. Удача нам улыбается. Пойдем посмотрим дальше. На удивление, я, конечно, думал, что лисички уже в принципе отошли, потому что попадались они крайне редко на прошлой неделе. Редко и мало. А это прям, смотрите, какая поляночка лисичек. Приятный бонус. Вот они стоят, опятки. Дружной компанией. Смотрите. Вот они стоят. Целая семья их тут. Вот они. Красавцы. Здесь на дереве. Здесь стоят. Здесь, здесь, здесь и здесь. И вот они везде растут. Приходи, рви, наслаждайся. Рядом соседнее дерево. Вот оно, все поросшее опятами.
Здесь уже прям шляпы уже. Может быть, кто-то на икру бы срезал. Вот тут еще на соседнем дереве, возле соседнего, тоже уже переростки. Опята, в конечном итоге, есть. А с белыми что у нас? С белыми вот такая вот история. Но, к сожалению, это был явно старый червивый гриб. Оставим на растерзание червям. Вот они, старички, никем не найденные. Непотребные. Вот он стоит. Уже старичок. Даже брать не будем, явно червивый. Недалеко от него еще стоит. Тоже такой вот. Так что грибы еще в лесу есть. Грибов еще много. Много попадается старых. Подгончика молодого практически нет. Но при желании погулять, найти, нарвать на жареху есть возможность. Стоят старые опята уже. Одиночно стоят. Семейками стоят. Здесь опята. Здесь опята. Молоденькие осенние опятки. Еще опята. Вот они, переростки. Никем не найденные, забытые, брошенные. Здесь тоже. Ну, синоптики обещают нам еще много теплых дней в конце августа. Я думаю, что подойдет еще одна волна грибов. Надеюсь на это. Пока вот только так. Буквально на каждом шагу стоят старые опята. Мне кажется, в этом году грибов не нарвал только ленивый, как говорится. Люди в комментариях пишут, что даже в лесопарках города Москвы умудряются набрать грибов. Что очень проблематично при плотности населения в Москве. Что там у нас за гриб спрятался вдалеке? Давайте посмотрим. Вот такой вот. Один из самых обсуждаемых грибов. Свинушки, да? Кто-то рвет, ест, кто-то категорически против. Я лично против. Ой, смотрите, а здесь что, за белочка пробегала. Кто-то грибников креативил. А рядом еще с таким грибом гриб. А с этим грибочком еще один гриб. Так, ой,
Лисички. Лисички, удача нам улыбнулась. Смотрите. Смотрите. Вот лисички. Здесь лисички. Здесь лисички. Вот они. Вот их тут целая полянка. Еще. Еще лисички. Вот она семейка. Вот они дальше пошли лисички. Там лисички, здесь лисички. Тут лисички, здесь, здесь, здесь. Вот они стоят кругом, кругом. Вся полянка в лисичках. Смотрите, вокруг дерева обошел. Они здесь кругом, эти лисички. Вот это удар. Вот такой вот рядом с лисичками стоит, ждет нас. Ну, вот столько лисичек я уже больше, чем пол ведра на двух полянках нарубил. Можно идти домой. Но по пути домой посмотрим, что еще попадет. Еще опята старые. Все кругом в опятах. Много попадается старых грибов. Вот он старый стоит. Вот они, старички. Движемся домой. Душу отвел, за грибами сходил, а на выходных дел еще полно. Вот это гриб, вот это гриб, вот это да. Здоровый. Червивый, скорее всего, конечно, но здоровый. Вот такой вот. Вот такие вот попадаются грибочки. Как всегда, по дороге домой начинают попадаться грибы. Ну, ты старенький, конечно. Ты старый друг. Но сам факт, как только ты собираешься идти домой, тебе все время начинают попадаться грибы. А вот еще лисички. Еще лисички. Здесь лисички. Здесь лисички. Вот там лисички. Вот лисички. Вот прошел буквально 10 метров от того места, где только что рвал лисички. Еще нарвал лисичек. Вот он стоит. Хорош? Хорош. Смотрите, рядом вот кругом лисички. Прямо что в лесу творится сегодня. Тут лисички, там лисички. Вот еще лисичка. Вот такой результат сегодняшней прогулки по лесу. Ходите в лес, отдыхайте, наслаждайтесь природой, собирайте грибы. Опята есть немного, но еще есть. При желании можно найти. И лисичек, что на удивление, смотрите, почти полная ведерко нарвал. Всем пока-пока.